Значит, задание вам такое, достаточно простое. Вам необходимо сказать, что было, что использовали, что стало. Но при этом не надо это расписывать на час, да, просто было, не было головы, втер концентрат, голова появилась с мозгом. Вот примерно так, хорошо? Давайте. Ситров и вам не было головы, голова появилась. 12 лет головной дальше. Шутка, давайте. Было 110 килограмм, сейчас 95 килограмм. Что использовал? Алоэ вера гели. Что в одном, что в другом случае, это вообще самый мой любимый продукт. То есть голова болит и толстый, грубо говоря. Да. А сейчас голова не болит и худой. Почти не толстый. Да, почти не толстый. Спасибо. Дмитрий Яковлев. Играл в волейбол, на палец упал один из игроков и была трещина. Две недели палец болел, приехал в Москву, начал пить гель, признал. В течение двух недель боль прошла, то есть к врачам даже не обращался. Это к истории, что нога выросла. Спасибо. Александр, была травма плеча очень сильная после зала, травма лодыжки и запястья левого. 3 месяца пропил гель Freedom. Занимаюсь кроссфитом очень активно, 3 раза в неделю, до сих пор всем доволен. Спасибо. То есть, если тут я еще мог представить, что это само зажило, то тут уже какая-то тенденция, да? То есть, там нет, такая неделя не заживала, а потом в течение 2 сразу все прошло. Спасибо большое. Гришин Алексей, ну вот у моего бабушки просто колено болело, она еле ходила, ну как мама мне говорила. Вот, я к ней обратился, конечно, заказал капсулу Freedom и питьевой гель. Через месяц я у нее спрашиваю, как колено, она говорит, все супер, ничего не болит. Классный результат, по-моему. Мне кажется, Freedom и капсулу очень быстрее, потому что моя мама очень долго мучилась с суставами. Где-то полгода, если кто знает, она тоже 3 тела принимала, почему-то она не принимала, у нее жутко начинало все болеть, потом еще как-то гель, но когда она начала Freedom и капсулу, у нее вообще колено стало распухать, колено прошло, она говорит, раньше я вообще не могла приседать, и сейчас я приседаю, посмотри на меня. А если вашей маме сказать, не пей это пирамида, она будет не пить? Ну да, она спрашивала, а что мне теперь? Постоянно, ты можешь кушать несколько раз в месяц, ну так, нерегулярно. Понятно. Спасибо. Спасибо. Вес под 64, с нашей программы Stream Active и гелями за 3 месяца ему 10 грамм. Отлично, спасибо. Вообще результат по исцелению от простуды 2 дня с капсулами цистусинкан. Второй день уже никаких симптомов. Четко, понятно, спасибо. Попробовала влоги крема. И на какого? Алоэ вера. И на следующий день буквально забросали комплиментами, что я свечусь и молодо выгляжу, чем ты пользуешься. Классно, тоже. Спасибо. Система Цайкер с щеточками и приборчиком вторым. Надеюсь, привет. Вот, я заметила очень хорошее улучшение кожи, состояние, очень люблю, что продумала. Спасибо большое. Большой список из таких самых важных, это последний месяц пью ProBalance, MindMaster и Aloe Vera Gel. Пробую просто. И вот реально ушли приступы гастрит, которые были, и, в общем, чувствую себя намного лучше. Спасибо большое. Давайте поаплодируем.